ответит, что я желала признаться во всем судье. Нет, стоп. Ты спасешь меня. Ты должен... Постой, что-то здесь не так. Уверяю всех собравшихся, что ныне город освободится из лап дьявола. Милостью Божией Литл Хоуп восторжествует. Даю слово. Суд был спешно созван, но тому есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла, пропитавшего Литл Хоуп, нам должно действовать немедля. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Через куклу Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. Мы были обмануты дитятей, ее личиной непорочности. Из-за куклы, по недомыслию, была осуждена Табита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили ее сородичей. Все не так, лжец! Сие порочное дитя, порождение сатаны, ныне смеет обвинить меня, слугу Божьего, в злодействе! Это безумие. Эти люди с ума нахрен посходили. Я сроду не желала вредить ни городу, ни жителям. Ты мне поможешь? Что я могу? Если бы я мог, я бы как-то это остановил, но... И в час великой нужды сие проклятое дитя вновь взывает к дьяволу. Стойте. О помощи! Я молю суд выслушать. Мне нужно наставление. Наставь меня на путь. Здесь точно творится что-то неладное. Прямо в сердце города. Нет сомнений в том, что Литл Хоуп заражен. Тьма крепко завладела нашим городом. Нет промеж нас ни мужчины, ни женщины, кто не почуял дьявола подле себя. Суд призван искоренять всякое зло, а не потворствовать ему. Не трать наше время попусту. Ты все перепутал, Мэри не виновата. Как мне решиться? Ошибусь, приговорю невинного к смерти. Мэри должна за все ответить. Другого выхода нет. Пусть суд решит ее судьбу. Предатель! Оставь меня! Авраам, не слушай его! Он нам не друг! Она взывает к злым духам! Какие еще потребны доказательства ее вины? Вердикт, что я вынесу, послужит на благо города и всех его жителей. Лишь одно изгонит принесенное тобой зло. Мэри, тебя выведут на площадь и сожгут на костре, как еретичку и ведьму. Такова твоя забота? Ты такой же, как и все прочие. Приговор будет исполнен немедля. Или же дьявол вновь попытается уберечь свою подопечную. Во всем повинен ты! Вечные муки ожидают тебя, сестра сатаны! Ты сгоришь в адском пламени! Я крупно облажался. Мэри этого не заслужила. Я допустил ошибку. Может, у нас и остались вопросы, но отвечать некому. Давайте пойдем. Ты как? Что случилось? Девчонку мы больше не увидим. Thank you.
Броня! Джон! Нет! Нет, Боже, нет! Нет! Так и знал, что ты здесь. Нам с тобой досталось, да? Нам обоим пришлось несладко в последние годы. Здесь теперь одни призраки. Бесплатный совет. Держись подальше. А то свихнешься. Уж я знаю, о чем говорю. Там в 10 минутах закусочная с рабочим телефоном. Не возвращайся. Тебя тут ничего не ждет. Мы направляем всех через Little Hope. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка.
можете все заткнуться? Так мы не найдем помощь и не выберемся. Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. Да что за хрень там творится? Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Пусти меня! Эй! Вряд ли он понимает, в какой мы передряге. Ну все, конец. Свободны. Пока что. Но вы можете попробовать еще раз постараться добиться большего. Не очень счастливый конец. Или счастливый. Смотря что, вас радует, не так ли? И вы в итоге нашли водителя. Может, теперь он перестанет жить прошлым. До новой встречи! Возможно, в Тихом океане, или Арабской пустыне, или где-то еще. Но мы встретимся вновь. Один раз точно.